Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет распаковка второго заказа из шестого каталога компании Oriflame. Очень классный каталог, я люблю, когда много скидок и акций, и сейчас я вам покажу, что у меня в заказе. В основном все под заказ. Свой заказ я стараюсь сделать в первую поставку, набираю себе все самое классное по акциям, чтобы успеть все попробовать, рассказать и показать и команде, и моим зрителям, а уже потом идут заказы. Кстати, здесь у меня практически заказ одной клиентки, очень большой заказ, и сразу вам показываю продукты, на которые вы еще успеваете обратить внимание. Это гели для интимной гигиены, в руках я держу освежающий с зеленым колпачком, классный гель, я рекомендую его прям в каждую семью, потому что, ну, честно говоря, даже не представляю, как без таких гелей жить. Кстати, сейчас мне прислали продукцию на обзор, ну, абсолютно бесплатно, просто попробовать и рассказать свои впечатления. Компания называется Экозон. Я заказала там пенку специально посмотреть. Ну, а Органик Зон. И что, заново рассказывать? Органик Зон. Итак, пенку заказала попробовать, и знаете, разница есть. Во-первых, первые несколько раз, когда я пробовала, у меня прям было какое-то пощипывание, дискомфорт. Потом я заметила, что все-таки сухость больше, нежели после нашего геля. После него настолько все комфортно, настолько все классно, поэтому я, конечно, рекомендую наш гель, он шикарный, просто шикарный. 4 штуки в заказе, и это еще не все, и один заказали, это крем для интимной гигиены, и он рекомендуется уже для более взрослых женщин в период менопаузы, потому что он такой мягенький, он так классно смягчает. В заказе у меня пена для бритья, серия мужская, с приятным таким освежающим ароматом, и она очень плотная и густая. Когда Миша пользовался еще пеной, то есть он ходил без бороды и брился практически каждый день, мы пробовали сначала, заказывали пены парфюмированные, у нас была Экла пена, еще какая-то, и потом появилась эта пена, и я заказала Мише, и он сказал: слушай, вот это бомба, вот не нужно никаких ароматизированных там парфюмированных, а это самое классное, она плотная, с ней отличное бритье и нет раздражения, поэтому пену можете смело брать своим мужчинам, она очень крутая. Два геля. Почему два? В этом каталоге идут акции на серию Discover, и именно когда вы берете парные, скидка в 2 раза больше, то есть они выше всего по 99 рублей за один гель. Это же отличная цена. Гели густые, посмотрите, какие они концентрированные, очень маленький расход, аромат приятнейший. И вот заказали именно вот с ананасами, потому что очень любят такие фруктовые экзотические ароматы. Кстати, себе я тоже кое-что заказала, это моя любимая краска для волос, мой оттенок 90. Как я люблю эту краску. Во-первых, цвет, мне он нравится. Я изначально хотела оттенок какой-то более пепельный, ну так, чтобы под глаза, у меня холодный подтон кожи. Но сейчас, когда я крашусь этой краской, мне так нравится вот это вот медовое свечение какое-то, вот, не знаю, она такая теплая, такая уютная, и я с этим цветом волос чувствую себя очень хорошо, мне очень комфортно, потому что как будто бы мой внутренний мир такой позитивный, солнечный, и волосы тоже какие-то вот солнечные, мягкого цвета, мне кажется, это все так сочетается хорошо и дополняет мой образ до конца. Мне кажется, это очень важно, чтобы образ совпал. Раз уж начала об этом говорить, раз уж мы разболтались, я вам расскажу историю. Я раньше красилась в темный шоколадный, в темно-коричневый, тоже Oriflame краска, на моих волосах смотрелась как черная, просто вот жгучая брюнетка, и у меня такая была челка, можете посмотреть старенькие видео, там видно, такая ровная челка, такой образ Клеопатры, образ такой стервозности, и меня люди вообще как-то воспринимали по-другому, то есть мне многие люди говорили, что когда они меня видели и
потом, когда начинали со мной общаться, то они были очень удивлены, потому что как будто это вообще рвало все шаблоны и все стереотипы, потому что мой образ был такой вот стерва такая, уверенная в себе, там покорительница сердец, а на самом деле я мягкая и пушистая. И вот сейчас я себя нашла, то есть то, что снаружи и внутри, все совпало. Поэтому посмотрите, может быть, эта информация вам будет полезна в подборе цвета волос, потому что мы же все время хотим какого-то, не знаю, найти какую-то гармонию и свой идеал. Крем для рук с ароматом персика, по-моему, абрикосы или персик, пич, персик. Мой любимый крем по аромату. По качеству он очень похож с кремом для рук алоэ, арника, авокадо, очень похоже, но вот по аромату он мне очень нравится. Я люблю такие фруктовые, вкусные, сладенькие ароматы. Смягчашечек — это специальное смягчающее средство для губ, для кутикулы, для пяточек, то есть для любых участков, даже для кожи вокруг глаз вы можете спокойненько наносить вот на эту кожу, где сохнет. Все, все смягчает, все становится таким нежным, мягеньким, и снимаются покраснения и воспаления. Я помню, Лерочка у меня когда была маленькая, зимой же у деток вот бывает там, ну, сопельки какие-то, и рукавичкой они натирают себе вот эти крылышки носа, и такой красненький утеночек вечером приходит домой, я на ночь наношу смягчающее средство, а утром кожа снова беленькая, чистенькая, без следов воспаления и натертости. Поэтому у нас у каждого члена семьи есть такое смягчающее средство, это как палочка-выручалочка. И вот бывает еще кожа на ногах грубая, даже вот какая-то лопинки бывают, да, вот рекомендуйте людям это средство, оно прекрасно смягчает и убирает вот эти вот, стирает следы страдания, потому что на ногах такая большая нагрузка, и нужно делать все, чтобы наши ножки не уставали, чтобы кожу не тянуло, чтобы не было никакого дискомфорта. Вот. Та-дам! 4 туши. Тушь крутая, тушь с эффектом, подождите, термосмываемая, вот она термостойкая, то есть эта тушь с большой такой пушистой кисточкой, она что делает? Во-первых, делает крутые ресницы, они становятся такие пушистые, большие, длинные, объемные, а смывается она теплой водой. То есть с этой тушью, с макияжем, мы можем плавать, нырять на пляже, в океане, в морях, то есть я ее испытывала везде, даже в сауне. Просто в сауне не нужно ее тереть, потому что, ну, немножко может слипнуться от горячего воздуха, а потом она просто снимается как одежда с ресничек, когда мы умываемся очень теплой водой. Это классный эффект, потому что меня радует то, что не нужно пользоваться специальными средствами для снятия макияжа, особенно на отдыхе, и то, что нет вот этих вот кругов, как глаза панды, да, темные круги, что нужно все аккуратно убирать. И я очень люблю такую вот чистоту после этой туши. Вот сейчас закончу тушь 5 в одном и перейду на эту, на лето как раз самое то. Вот, заказали водичку Northern Glow. Слушайте, такой оказывается вкусный аромат. Мне буквально на днях позвонила одна девушка, говорит, я как-то брала аромат такой, если он когда-то будет, мне сразу 2 штучки. Я вспоминаю, говорю, да, он сейчас в каталоге со скидкой, он стоит, по-моему, 519 рублей всего. Слушайте, какой он классный, вот людям нравится, и на лето он здорово подойдет, и весной. Супер, обратите внимание, в этом каталоге на него большая скидка. Тоже под заказ дезодорант. Я себе беру всегда вот этот серой крышечкой Activel и рекомендую другим, потому что он не оставляет следов на черной одежде. То есть когда мы носим что-то темное, чтобы не под мышками не пачкалось, то есть эти следы их очень трудно отстирывать, практически невозможно. Слушайте, это я заказала для дочки, уже один ей подарила крем из новой серии. Я думаю, что эта серия будет у нас лимитированная, серия Love Nature.
поэтому решила схватить, пока он есть, и со скидкой. Мне нравится дизайн, такая классная баночка, легенькая, невесомая, кремушек приятный, и вот как раз для молодой кожи он идеально подходит. А так как у меня дочка молоденькая, 21 год, а только будет 22, ей в самый раз вот этот крем очень нравится. Кстати, она сказала, что ей такие крема нравятся даже больше, чем серия Optimals. Молодая кожа, что тут скажешь. Надеюсь, вы заметили, что когда вы делаете заказ на 750 рублей, кладете в корзину, все добавляете, то на втором шаге выходит много акций, дополнительных скидок. Смотрите, сейчас как раз там на зубные пасты, щетки уже закончились, хорошо, я успела щетки заказать, и два вида зубной пасты, освежающая и травяной комплекс, всего по 95 рублей. Я рекомендую вам посмотреть на эту страничку и заказать для себя, потому что пасты много не бывает. Я вот заказала в прошлый раз много-много, и у меня уже все разобрали, все под заказ просят, и я еще сейчас заказала тоже все под заказ. Под заказ антицеллюлитный гель. Знаете, чем он хорош? Если вы посмотрите сюда на крышечку, то здесь есть уже ролики, то есть уже массажер встроенный. То есть вам нужно открыть крышку, вот этот вот колпачок, повернуть, чтобы гель начал поступать в эти ролики, сделать себе массаж после душа на те зоны, которые вы хотите, чтобы были подтянуты, убрать целлюлит. Пользуйтесь каждый день, чтобы был эффект. Его надолго хватает, и за счет того, что здесь вот эти ролики, расход очень маленький, а ощущения приятные. Можно, да, после тренировки это сделать. Кто-то наоборот делает перед тренировкой и как-то утепляет, да, шорты специальные на себя надевает, и это становится более эффективным. И последний продукт — это жидкое мыло, тоже под заказ, с грейпфруктом и разными фруктами, с яблоком, очень вкусный концентрированный, вкусное концентрированное мыло, и сейчас на них акция, посмотрите на страничке, там буквально, мне кажется, штук 5 разных на разный вкус, и вот это одно из самых таких крутых, на мой взгляд. У меня такое было уже пару раз, классное мыло. Вот и все, наш обзор подошел к концу. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео, а я вам всем желаю вкусных покупок и отличных результатов от нашей продукции. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.